Напомним, что наш телеканал рассказывал о непростой ситуации, которая сложилась с ремонтом одного из зданий 17-й школы в Твери. И буквально только что мы получили комментарий представителя администрации города по этой проблеме. Как рассказали нам родители учеников, нынешний учебный год сложился для них довольно необычно. Их дети, отучившись первую четверть, вдруг узнали, что дальше их переводят в другое общеобразовательное учреждение, так как в школе начинается капитальный ремонт. Однако работы, по сути, так и не начались. Вскрыв полы, в целом ряде классов подрядчик отказался выполнять дальше контракт. В дело вмешалась администрация Твери, которая отстранила строительную фирму от работ. По состоянию на ноябрь документация разработана не была. Также было произведено вскрытие полов для обследования и не завершено, не восстановлено. В декабре месяце департамент ЖКХ было принято решение о расторжении с данным подрядчиком в связи с тем, что срок завершения работ невозможно было достичь в те сроки, которые определены муниципальным контрактом. В декабре месяце внесли в реестр недобросовестных поставщиков. В настоящее время департамент ЖКХ подготавливается аукционная документация для объявления очередного аукциона поиска подрядчика для продолжения работ в этом году и завершения капитального ремонта двух зданий в 2023 году. Мы продолжим следить за ситуацией в 17-й школе и рассказывать вам о развитии событий.